обладает хорошим дальним. И под кольцо Хамитову загружают. Это... Не забивает. Опытнейшая Мария Черепанова появится на площадке у нефтяника. Пока, кстати, ни одного тайм-аута у нас в первой половине. Здесь два очка. Захарова. Хамитова развернулась в лицевую. Мажет Поневина. Вырваться в лидеры этой встречи Хамитова. Да, не реализует. Как же так? Динамо упускает подбор. Не отсекла Михайлова Черепанову. Хамитова издали открытую три. Четвертая четверть стартовала. Почурина на... Нет, это Арсения Матвеева на Хамита против нее активно. Елена Михайлова. 5 секунд. Левченко прорывается. Пас. И Хамитова свалила здесь. С другой стороны, может быть и хорошо, потому что отправила бы Матвеева исполнять штрафные. Но с другой стороны...